18 мая на центральной площади города Конаково состоится 5-й фестиваль «Верещагин Сырфест». Традиционно он объединит экспертов и профессионалов сыроварения, производителей, а также всех любителей сыра. Гостей ждет насыщенная программа, которая начнется в 11 часов. Это концерты, традиционный парад участников, театральная постановка «История Верещагина», мастер-классы, конкурсы и многое другое. Будет работать большая ярмарка с дегустацией от лучших сыроваров России, фудкорт с блюдами из этого продукта, фермерский рынок с продукцией производителей Конаковского округа. Напомним, что этот праздник включен в туристический календарь Тверской области на 2024 год. Всего туда вошло 133 события.